скажите, что заслужили маску. Готовьте устройство для спуска, проверьте парашюты. Выкидывай трос, сынок. Крюк. Acompañarle. Hay muchas jevas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos.
Eva, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? No sé cuándo toca divertirse. Confía en mí, con ese tome en marcha. Puedes bajar de unos. Мы должны отключить лифты. Нельзя дать ему сбежать. Главный банк в западном крыле. Идем на перекресток и отрубим аварийное. За мной. Сюда. Цеплю тросы. Надо отключить питание лифтов. Похоже, у нас гости. Вот они. Нужно
время! Надо уходить! Цели поражены. Дайте лишние заряды, я прикрою отход. Цепляйтесь к тросам! Подцепляйтесь, я за вами. А вот они! Твою мать, его здесь нет. Хэш. Ему крышка. Он знал, что вы придете. Где Рорк? Где он? Не знаю. Никто не знает. Хэш! У вас 5 секунд, чтобы передать координаты Рорка. 4. Его здесь нет. 3. 2. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Так.
Это не ходячие мертвецы. Рорк! А, я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца, скотина! Хэш! Сыновья Элиаса Уокера. Мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Неважно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. С этой ночи Элиас будет жить с пониманием того, что отправил родных сыновей на верную смерть. Это была ловушка. Идем! Скеркроу, операция под угрозой! Пытаюсь уйти по воздуху с 52-го этажа! Вас понял, Джейм. Отправляем бригаду для перевозки к новому пункту сбора. Надо найти окно, прежде чем все это станет рухнет! Окна впереди! Понял! Прыгаем отсюда! Быстрее, к окну! Готовьте парашюты! Теперь валим нахрен.